Казахстан должен в следующем году пройти процедуру валидации. Это так называемая независимая оценка соответствием критерия инициативы прозрачности добывающих отраслей. У нас уже была валидация в 2009 году, и оставались на тот момент открытые вопросы. Сегодня выступали представители правительства, тоже Министерство индустрии и новых технологий, и все другие заинтересованные стороны, то есть добывающие компании, неправительственные организации, международные организации, которые поддерживают этот процесс, вот как Всемирный банк, все очень активно работают сейчас над подготовкой к валидации. И вот сейчас после обеда, после кофе-брейка будет обсуждение вот расширения рамок этой инициативы, то есть максимально, что она может принести гражданам, кроме того, что публикуются сейчас данные о платежах добывающих компаний в бюджет. Вот если мы пройдем вот эту валидацию, что это будет? Страна получит статус соответствия критериям ИПДУ. Будет в мае международная конференция по ИПДУ в Сиднее. И мы надеемся, что к этому времени Казахстан пройдет процедуру валидации. Что это даст? Это, конечно, большой плюс для имиджа Казахстана. То есть это формально, скажем так, очень много делается в этом направлении. И этот статус просто формально подтвердит нашу приверженность прозрачности и подотчетности добывающих секторов.